можно не любить дачушку, ти можно не любить своего сыночка, а ти не можно не любить матулю, а тату, свою семью, а ти можно не любить Соника, якою стоя над палетком, над родным. Вы ведаете, коли я вернусь в Беларусь, что я зроблю? Я стану на колени. Я обдыму. Обдыму свою малую родиму и великую родиму. Свою малую родиму, вёска Волма, Смолевицкий район, там, где жили мои прадеды, деды. Я обдыму нашу родную, любую Беларусь. Бо я люблю Беларусь. Те любили Беларусь 105 годов тые, кто обвестили Белорусскую Народную Республику. Так, яны любили Беларусь, яны любили своих близких. Яны прокричали на весь свет. Беларусь повинна быть державой. И Беларусь повинна быть вольной краиной у Европе. Ти был почуты их голос. И так, и не. Ти почуты белорусами. И так, и не. Але яны зрабили гэта. Бо важно было зрабить. Яны зрабили той подмурок, на яким депутаты Верховного Совета Беларуси у 1991 годе на шале с Зеноном Поздняком обвестили уже саправды незалежную Беларусь. Але, на жаль, лёс стался таким, что на нашу землю до улады пришел чужинец. Человек без роду, без разумения того, что варто любить, что треба любить своих близких и свою родную краину, родную Беларусь, який сегодня упустил на эту землю русского оккупанта, який ходит по нашей земле, як у себе дома. Ты, кто створал 105 годов тому назад, марили. Я думаю, каждый из вас марит сегодня так само. Марили про лепший лёс для державы, а мы марим сегодня, как вернуться у Беларусь. Яны робили справу, яны объявили про державу. И мы повинны зробить свою справу, мы повинны заховать эту державу. Мы повинны зробить этот выник. Выник вернуться у вольную, незалежную Беларусь. Родима краина отраджается с героев. И сегодня нашими героями являются ты, кто проливая кровь на украинской земле, белорусские хлопцы и девчаты. Нашими героями являются белорусские партизаны, которые змагаются внутри Беларуси. Нашими героями из тех, из которых отраджается Беларусь, тех, кто у турмах покутует за нас с вами. Коли у нации есть герой, значит, у нации есть будущее. У нас есть свои герои. Треба ведать об этом, памятать. У нас выклик. Выклик заховать державу, заховать родиму. И никто с нас, апрача нас, никто за нас это не зробит. Только мы можем это зробить. И мы так само звертаемся до всех тех краинов света, каб яны почули голос белорусов, голос погрозы існавання нашей державности, нашему суверенитету. Але все ж таки вертаюся. Это наш обовязок. Я мару, я веру, и я упевнены, что мы зробим свою справу. И будет жить наша Беларусь, будет жить вечно. Живе Беларусь!